Сегодня руку уже, то есть, ну, могу, то есть, нормально. Но она как бы и так у меня поднималась. Вроде бы все идет нормально. Ну, с каждым днем получше. Ну, нога, ребят, нога только вот не проходит. Большой и другой палец чувствую, а другие там до мизинца не чувствую пальцев. Я пропустил, ты с мотика упал. Ребят, откуда у вас такие вообще, я не понимаю. Вам кто такой говорил, что я с мотика упал там или с велосипеда? Я же сказал, был в хлам пьяный, разбил себе плечо и ногу. Откуда у вас, я не понимаю, вы... Кто он такой говорит-то вообще, я не понимаю. Я уже как не руке просто, ну, как не рука у меня болит, а болит уже, болит... Больше всего болит нога. Вот. Что, Серый, как тебе получше стало? Что тебе вчера писал? Да, Макс, сегодня лучше стало намного. Я сегодня с рукой, знаешь как? Ну, не с такой как бы свернутой рукой. У меня вот эта вот херня, она выше локтя, короче, задралась. И я уже руку сам, то есть без второй руки, то есть без помощи, я уже, то есть могу ее разогнуть полностью. То есть на боку сегодня, кстати, спал. Я потому что на спине уже настолько надоело мне спать, что уже спина просто у меня древенелая какая-то, блин. Ну, представляете, наверное, столько времени спать на спине, это жесть просто. Вот. Мы с тобой, брат, держись там. Спасибо, Серый, спасибо, Серега, большое. Воронежу привет, здорово, как там остальные? Ты-то, понятно, аварийный. Да остальные все нормально, ребят. Я не буду говорить то, что, ну, в такой ситуации, как у меня, да, я не буду говорить то, что каждый ли там мог быть, оказаться на моем месте. Но в ситуации я имею в виду. А вот с такими моментами, что что-то сломать, там, допустим, ногу, руку, там, еще что-то, это может случиться у каждого, ребят. Независимо от того, какая ситуация. Так что вот так вот, ребят. Так что берегите свои конечности. Это очень больно. И, короче, скоро ждем добрую, веселую, обычную Сереньку. Да, Гришка. Все нормально. Дай бог тебе здоровья. Спасибо, Настюша, большое спасибо. Диман, что так постарел? Старый стал. Я только проснулся, ёпт. Я вот раньше, вот скажу вам, раньше, короче, нахуй себя забивал, постоянно всем помогал, постоянно о себе не думал, для себя не жил, жил чуть ли только не для бригады. Теперь хоть такое будет, теперь я буду жить только для себя. И пошли все, вот и все. Бог не видит, что ли, я не знаю. Когда вот на самом деле, может, я даже вот сейчас скажу искренне, я даже когда вот с Наташкой жил, я, наверное, ей столько времени не уделял, сколько бригаде. А эти гондоны, они просто, вообще просто не ценят них. Вообще просто не ценит. Я 4 года лично за себя скажу. За ними, сука, бегал, чуть ли говно, сука, за ними не подбирал. С ублюдками. А они просто не ценят этого. Этот гондон длинный. Черт, сегодня увидеть видос. Он вообще просто, ёпта. Он мать зашугал. Плюс, ёпта, творит, чё. Его менты здесь по всей кохме ищут. То по всем магазинам, все, ублюдок. А потом вопросы все к нам, потому что он ёбнутый. Он памятник, его потому что никто и не трогает. Понимаете? И Юра... Я только стопку выпью, сам дрын, ёпт, кролики кверх лапами там все торчат. Зато я выпил только стопку, кролики дня 3 не кормлены нахуй. Охота, знаете чё, охота просто разбить им ебку нахуй, прям всем. Вот так в ряд поставить и разбить им ебку. Вот и все просто, вот так вот. А рука не поднимается. Диман, куда тебя понесло, без бригады ничто. Братан, я для себя в первую очередь, я для себя кто? Не знаю, про кого ты говоришь. Но поверьте мне, дядя Юра даже говорил в ролике, что если мы не будем приезжать, он уйдет под 1.70 м, или как там говорится. Он сам же говорил, мы когда без камеры с ним разговаривали, он говорит, вы хотя бы приезжаете меня, хоть остепеняете, там, держите. Ну ты же, тебе 56 лет, тебя держать, ты что, маленький ребенок, что ли? А я все это время, каждый день практически, только им время уделял. Может, у меня личной жизни из-за этого не получилось нормальной. Вот и все, ёпт. Виноват я, ребят. Я никогда никого не виню, что со мной происходит. Мы сами себе жизнь клепаем, и какие-то моменты у нас, допустим, в жизни происходят. Это никто не виноват. Виноваты мы сами, да, я согласен полностью.